Всем привет, с вами Нильфгорн, это средневековый инженер, и сегодня я буду смотреть вот на такое устройство. Это универсальное осадное устройство средневекового мира. Единственное, как бы понятно, если уж в реальность переводить, понятно, что такого в реальности никогда бы не было, как минимум механизм передвижения здесь такой хитрый. Ну и давайте посмотрим. Это вот такой вот здоровенный танк, комбайн. На самом деле похоже на комбайн, да? Что же это устройство умеет? Оно, во-первых, умеет передвигаться вперед-назад, потом умеет выпускать вот такой вот мостик, и также наверху есть катапульты. Давайте заценим, посмотрим, как это все работает. Попробуем взять вон там, вон впереди замок, попробуем это сделать. Но для начала я бы хотел взять в руки факел, чтобы было освещение-то получше. Так, и попробуем их. Так, во-первых, вот здесь вот у нас механизм передвижения, то есть два поворотных этих колеса, так что здесь все просто. Давайте дальше посмотрим. Ну, здесь всякие декорные моменты. Где-нибудь, может быть, здесь оружие хранится для осаждающих. Какой-то стол для перекуса, возможно. Здесь боевые шары валяются. Ну, не валяются, они аккуратненько лежат, только на полках шары лежат, прицепленные веревочками. В принципе, логично все. Также наверху у нас есть вот такая вот небольшая катапульта и вот этот мост. То есть все это управляется. И вот здесь вот такое вот забавное такое место со столом. Только вот стол лишний, мне кажется. То есть стулья для таких десантников, которые готовы по сигналу красной лампочки выбежать и побежать по мосту, перебегая, так сказать, на вражескую территорию. Давайте попробуем швырнуть пару камней. Но для этого нам нужно прицепить веревочку сюда вот и натянуть. Так, отлично, отлично. Так, во-первых, давайте вперед и возьмем вот большой булыжник и попробуем. Черт, я промахнулся. Опять промахнулся. И опять я промахнулся. Так, я так понимаю, что я... Вот! С какого-то тут раза мне получилось это положить. Единственное, что проблема, что мы не можем, как бы... Хотя, если... Да, даже правой кнопкой не получается именно положить, как бы, этот блок. То есть мы максимум, что можем, это вот так немножко его выбросить вперед. Поэтому нужно попасть. И теперь... Кстати, давайте отключим смену дня и ночи. Вот пускай я так... И теперь нам просто нужно веревку отцепить и, по-моему, я лишканул. Так, все отлично. Даже нужно просто поближе подъехать. Но для этого тогда у нас есть специальное отдельное устройство. Ну, блин, я тут завалю скоро все, чувствуется, ядрами, если так пойдет дальше. Так, немножко потолкнем. Поедем, не поедем. Вот. Так, вот, давай, давай. Не знаю, почему. Вот, 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 вот. Давай, давай, давай. Как-то он... Я уже пытался несколько раз его сдвигать. И он работает не на все 100%. Вот честно, он как-то... каким-то непонятным с непонятным каким-то торможением, что ли, работает. Ну понятно, я понимаю, что передвигать такие колеса здоровье, ну вот надо помогать колесу немножечко, мне так кажется. Ну вот мы его немножко помогаем, и если вот разогнать, и вот оно начинает двигаться. Ну в принципе вот все, все остановилось. Так, давайте попробуем отсюда швырнуть ядро, потому что все-таки хотя бы один удар мы должны попасть хотя бы одним. Так.
Так. Ой, шифтом же надо. Ну, шифтом. Так, так. Есть, есть. А, теперь надо ядро положить. Попробовать, по крайней мере. Оп, отлично. Ну что ж. Огонь. Что-то как-то... Как будто... Как-то несерьезно получилось, честно говоря. Еще раз. Так, очень печально сейчас происходит, потому что балка воткнулась в дерево. И как вот ее вытащить обратно, я вообще не представляю. Так, неужели у нас сломалась катапульта? Неужели у нас сломалась катапульта? Черт возьми! Черт возьми! Как так? Точно сломалась катапульта? Нет! Так. Есть еще один вариант. Идем в рукопашку, переходим в рукопашку. Но теперь нам нужно подъехать в упор. Заводи двигатель. Да что такое? Что там пошло опять не так? Так, это в другую сторону. Так, помогаем, помогаем. Пошел, пошел, пошел. Ну давай. Все. Нет! Я разрушил своего монстра! Нет! Да, забавный момент происходит при каком-то неправильном толкании, что ли. Я честно не знаю, по какой причине, но, скорее всего, именно по причине какого-то неправильного именно толкания механизм этот весь рушится и рушится просто эпично. У меня такое уже один раз было. Такой тонкий, тонкая такая настройка должна этого механизма происходить. Бабах, просто вообще все, он весь вот разрушился, мы тут немножко даже помочь можем. Бабах. Ну тут даже не нужно ему помогать, он сам себя уничтожает просто. Просто проваливается куда-то и все. Ну, давайте я загружусь и посмотрим тогда. Еще раз попробуем запустить и доехать до конца. Попытка номер два. Попробуем сразу не мучиться и пытаться сразу его сдвинуть, потому что все-таки... Так, не то... А, нет, все то. Факел, именно факел я хотел. Попробуем это сделать. То есть... Я знаю, что вот этот вот нужно здесь вот так вот. Так, ну вот он не поехал же. Ну, немножечко поможем, да? Вот, все, задвигалось, все, он поехал, он движется сам. Вполне нормально и уверенно, просто... Не знаю, что-то пошло не так в самом начале. Сурово, конечно. Я представляю, представляете, в средневековом веке такая вот хрень на вас движется. Так, давайте время вот так вот. Так, сейчас мы где-нибудь вот дотюда вот доедем. И попробуем постреляться вот где-нибудь вот так вот. Попробуем постреляться, но я могу точно сказать, что есть еще задний ход. Вот не хватает здесь, не хватает каких-то рычагов, таких вот, чтобы, ну, вот не метиться в какие-то такие непонятные точки для активации предметов. Так, ну все, мы практически близко. Будем считать, что у них лучников нет, у них только воины. Заряжай катапульту! Так, вот, в принципе, можно здесь просто, наверное, да? Да, вот здесь покрутить. Вот, отлично, заряжай катапульту! Готовь снаряды. Ой-ой-ой, упал снаряд. Ну ладно, откатим. Так, здесь есть какая-то...
Такое чувство, знаете, что тут просто... Так вот, сейчас мы все сделаем. Вот, сам положил. Так. Бабах! Получайте, гады! Получайте! Так, я попал не в ворота, но почти попал. Так, а вот это можно было уже убрать как-нибудь? Так, а вот так вот получится, интересно? Нет, и delete не помогает. Можно к нему только веревку прицепить и убрать. Ну попробуем, ладно, еще давайте. Так, натягиваем. Можно просто меньше. Так. Нет, я же сказал натянуть. Вот, все. Можно меньше снаряд. Так, ну, это... Вот. Ой. Но натяжение слишком большое было, и снаряд слишком слабенький был. И, то есть, видите, ну, проглючило, балку перебило, как бы, и она теперь обратно не вернется. Хорошо. Хорошо, отлично. Так. Переходим к плану Б. Точнее, не к плану Б, а к рукопашному бою. Так, вот здесь, наверное, не хватит. Но мне кажется, нужно немножко поближе подъехать, но вообще в идеале, знаете, мы что сейчас делаем? Мы сейчас подъедем в упор прям. Наверное, все прекрасно понимают, что этим устройством, к примеру, ну, конечно, не один человек должен командовать. Тут должно несколько солдат быть, которые... Там, какой-нибудь там... Левиафана вперед. Ну, комбайн, да, он на комбайн похож. Будем называть его комбайн. Комбайн вперед. Так, отключаем здесь веревку. Ну там просто страховка была, чтобы вот этот рычаг не двигался. Быстренько подготавливаем мост. Поднять мост. Перекидывай его. Ну крути, давай. Бабах. Ну, почти. Ну, нормально. И здесь-то. И вот здесь как раз, которые сидят. Чувачки, у них загорается красная лампочка. Они такие... в атаку. Они такие берут. И ура! Вот, ура! Такие, ура! Ура! И тут, значит, короче... Сейчас, секунду. Ну что, прям. Сейчас мы ботов побольше наделаем. Так, их не очень много. Можно, да? Да, вот. Вот ладно, это количество. И такой. Сейчас мы. Мы сейчас по-крутому сделаем. И такие, уааа, десант побежал. Ну. Сбивайте меня. И такой, уааа. Убивай врагу. На! Да, стойте, куда? Вот так себе! Стоять! На! А ну вот тебя... Пух, на, двоих! И... На, тебя вот так вот просто разнесло из пулемета моего каменного. Ну что ж, устройство очень интересное. Просто вот... Насколько мозги у людей работают. Но на самом деле, конечно, оно... Вот... Ну, нет у него, конечно, практичного какого-то применения. Потому что любое попадание катапульты... Все. Все. Тут сразу видно, что деформация всей конструкции. Просто катастрофическое разрушение. Колеса не выдерживают уже нагрузки. Смотрите, прям... О, господи. Колесо просто разорвало. Нет, конечно, вот разрушаемость предметов здесь зашкаливает просто. Очень огромное спасибо за эту постройку, мистер Муэрс. Я ссылку на его, как бы, эту страничку скину, где вы сможете посмотреть. Молодец, человек, очень интересную конструкцию сделал. Мне интересно, можно ли более мощную конструкцию, типа «Гуляй города» или «Шагай города», такое построить на такую конструкцию. Это будет тоже интересно посмотреть, как это будет все выглядеть. Потому что, ну, все-таки сами представляете, да, такую какую-нибудь
Куда оно? Что с ним происходит? То есть какой-то такой большой, представляете, какой-нибудь замок шагающий или едущий, ну, на колесах каких-нибудь. Очень интересно было бы такое посмотреть. Сам я, конечно, даже не собираюсь такое строить что-то, потому что на это очень много нужно времени, которого у меня, к сожалению, нет. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и давайте мы наберем 50 лайков, и я начну следующую серию снимать. К сожалению, эта серия чуть задержалась по определенным причинам. На то были причины, потому что были выходные, и нужно было... Ох, колесо как развалилось просто, рассыпалось в труху. И прокастовал я магию ржавчины. Ну вот здесь... за бабах, конечно. Очень классно. Конечно, разрушение здесь просто... Так, посмотрите, некоторые блоки уже даже... Они как-то не прогружаются, что ли, вот... Допустим, вот этот вот. Ба-бам. Или там вот колеса держатся. Конечно, странно. Также присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте, в которой вы найдете интересные переводы к апдейтам, к играм, в которые я играю. С вас лайки, с меня новая версия. С вами был Нильфгор, ну и замечательное устройство от мистер Муэрс. Всем всего хорошего. Пока.